Девочки мои дорогие, всем привет! Сегодня будет то ли влог, то ли даже не знаю что. Меня пригласили в салон California Beauty потестировать их услуги. Они только-только открылись. Я записана на маникюр-педикюр и еще надеюсь попасть на волос. Я сегодня умудрилась поспать 2,5 часа. Я уснула в 11 ночи. В 1:30 меня Руслан разбудил, потому что он пришел только с работы, потому что у него был авралище. Даже уже не знаю, надо было, конечно, ехать, наверное, на такси, потому что вот вы видите мое состояние. У меня какой-то взгляд уже нездорового человека. И я ехала, вы знаете, я прям ехала со скоростью 60 км в час. Из разряда, пожалуйста, не трогайте меня вот сегодня. Ладно, как раз 16 часов. Я вроде успеваю, вовремя приехала даже. Так что пойдем знакомиться, посмотрим, как там внутри. Еще ни разу там не была. Ногти я, конечно, убила вообще в хлам, поэтому максимально короткие они у меня в этот раз будут. Надеюсь, что за счет таких достаточно светлых лаков мы это все дело выправим, и я их немножко поотращиваю. Приступаем к накраске, к покраске пальчиков. Меня уже здесь разморило, я прям сижу, практически сплю. Не знаю, как я буду вообще добираться до дома. Может, Руслана попросить приехать, потому что я просто засыпаю. Девчонки, я все закончила, мы успели сделать маникюр, педикюр. Что могу сказать? Свежий салон, все чистенько, мастера хорошие, цивильно, аккуратно, добросовестно. Ну, вы знаете, ну совсем другой вид, но вот я так делать не умею. То есть вот, ну, у меня это как бы кредо по жизни, я не умею сама себе делать маникюр. Да, кстати, из таких приятностей мне курьер умудрилась привезти новые какие-то продукты от The Body Shop. Там просто целый пакет. У них вышла какая-то обновленная коллекция средств для лица. Капли молодости. В общем, я уже подбираюсь к 30-летнему рубежу. Поэтому, видимо, мне вовсю уже представляют anti-age линейки капли молодости. Но я на самом деле рада. Нужно менять уже немножко свой уход. Нужно добавлять больше подтягивающих элементов, а то мордочка начинает провисать. Прям реально целый пакет. Такое все какое-то зелененькое, красивая, в общем, буду активно тестировать. Так что бьюти-новинка скоро увидите у меня. Девчонки, это уже следующий день. Я решила записать часть влога. Ну, а тем более нет никаких правил по тому, как правильно снимаются влоги. Мне пришло несколько посылок. Давайте такую сделаем небольшую распаковку. Я хочу начать с посылки поменьше. Pony Express. Я, в принципе, догадываюсь, что там такое. Должна быть очень красивая история там. Так, давайте вскрывать. О, красота! Сейчас покажу вам, что это. У нас с девчонками еще в декабре была фотосессия, и я решила все это дело запечатлеть в такой альбом, потому что, ну, конечно, электронные носители, это все здорово, но все-таки вот так как это была такая супер полноценная фотосессия, хотелось оформить это именно в плане альбома, чтобы пересматривать. Ну, потому что электронные фотки, они, конечно, классные, но я не знаю, как это объяснить. Я все-таки родом из детства, и у меня были вот эти вот классные альбомы. Компания называется Enjoy, Enjoy Book. На их сайте можно сделать вот такие вот альбомы с своими фотографиями. Там есть несколько цветов.
Но я выбрала такой красивый черный. Итак, ой, смотрите, здесь еще даже какие-то подарки есть. Подарок в виде такого магнита на холодильник с такой заставочкой. Вот она, такая же, как здесь. Вот этот вот коллаж вы выбираете сами на сайте, там такой прям сайт, вы загружаете фотки и формируете фотографии с той очередностью, как вы хотите, чтобы это все шло. Так, сам альбомчик вот такой вот черный, красивый, там есть, по-моему, розовый еще есть, белый, какой-то желтоватый, ну, посмотрите. Так. Это вот мы с девчонками. Но мне показалось, что для этой фотосессии будет красивей такой черный. Так, что мы тут имеем? Достаточно плотная такая бумага глянцевая. Ну, в принципе, вот и мы. Ой, блин, большое спасибо девчонкам. Фотосессия была просто отличная. Мы там и с новыми девчонками познакомились. Вообще это было очень мило, классно. Так, ну и вот давайте смотреть. Вообще, такие фотки прям класс. Знаете, как будто бы это даже не я, а как будто бы это какой-то просто другой человек. Наверное, это за счет фотошопа, я не знаю чего. Но посмотрите, как красиво. Очень хорошее качество. Я загружала сюда такие достаточно хорошем разрешении фотографии. И смотрите, как вот прям выглядит все. Класс. Класс, класс, класс. Такое ощущение, что это мы с Катей женимся. Но на самом деле это мы не с Катей женимся. Это у нас такая была фотосессия с подружками невесты. Репетируем, в общем, наши будущие свадьбы. Вот, такие фотки. Вот эти очень милые фотографии. Вон, смотрите. Ну, класс, на самом деле. Большое спасибо всем за этот проект. Прям... приятно, приятно. Прям сразу такие воспоминания. Все-таки вот совсем по-другому. И когда я листала этот альбом просто чисто в электронном формате, да, красиво, да, здорово. Но когда вот смотришь такие фоточки, прям, ну, смотрите, какая красота. Ну, класс. Просто класс. Enjoy book. Так что обращайтесь. Делайте вот такие штуки, серьезно, это гораздо более эмоционально, нежели электронные фотографии. Пока вы будете сидеть, выбирать, делать какой-то дизайн, также здесь можно под каждой фоткой какие-то надписи написать. Ну, я особо не заморачивалась, я просто написала, как бы, скажем так, дату данной фотосессии, но это было очень круто. Я, кстати, в этом году планирую продолжить историю с фотосессиями, потому что нужно запечатлеть свою красоту, чтобы потом наслаждаться в старости, просматривать и смотреть, господи, какая же я была красивая, какое у меня было прекрасное декольте. Так, ну и теперь давайте посмотрим, что пришло в посылке от La Mode. Я так подозреваю, что там будет нижнее белье. Я решила в новом году обновить себе коллекцию нижнего белья, потому что... ну, в основном я покупаю Tizeni, H&M, и, честно говоря, оно достаточно вынашивается быстро. Я уже несколько раз поднимала данную тему, в принципе, стираю всегда все очень деликатно, но как-то вот получается, что оно портится. В этот раз я решила, я заказать себе белье Calvin Klein. Вообще, я знаю, что это очень крутая марка, у меня было пару наборчиков Calvin Klein'а, и вот прям как-то такой полюбившийся бренд. Руслан у меня его очень любит. В общем, я решила тоже его себе выбрать, потому что мне очень нравится его стилистика. Это нечто среднее между таким приспортивленным бельем, но при этом достаточно женственным. Смотрите, как круто все приходит, даже на вешалочку. Так, значит, первое, что я взяла, это был вот такой вот... ой, все вываливается. Бюстик, классический серый. Классический серый цвет, размер у меня 36C. Я, честно говоря, думала долго вообще, как я влезу, не влезу. Но я влезу, то есть у них достаточно понятная размерная сетка, плюс здесь можно еще как-то что-то подвинуться. Вообще вот 36C, это, в принципе, мой реальный размер. Ну, исходя из того, как это вообще все выглядит, я в целом догадываюсь, что он по размеру мне подойдет. Так. Следующее, что я взяла, это был вот такой вот красивый розовый. Я его когда увидела, я прям все, моя душа
стремглав бросилась навстречу ему. У него немножко необычная форма, я сейчас покажу. Видите, то есть он, в принципе, выполнен как классический бюстгальтер с чашечками, но он больше, знаете, напоминает такие бра, да, вот бра для груди, когда нечто среднее между маечкой и между бюстгальтером. Так как у меня грудь довольно-таки большая, я решила взять все-таки нормальный такой размер, чтобы была вот эта вот поддержка. То есть вот, видите, по сути, это как бы бра классическая, просто в него вставлен еще вот такой вот пришит бюстгальтер. Мне кажется, очень круто. Смотрите, какой красивый. Вот. Так, к нему я взяла вниз одни трусики. Мне казалось, что я взяла две, может быть, что-то не было. Вот такой, в общем, получится комплект. Я люблю достаточно закрытые трусы, так как попа у меня такая достаточно крупненькая. В общем, мне кажется, будет красиво. Смотрите, такой прям суперспортивный вариант. Так, также я взяла классические наборы. Просто наборы бикини. То есть вот ничего супер интересного. Я ношу размер М-ку. Классические бикини. Ну, давайте, не знаю, какой вот. Давайте откроем вместе с серым, который наборчик. Вообще, вот это белье, оно, конечно, стоит не супер дешево, но оно реально очень хорошо держит стирки, хорошо носится. В общем, я довольна. Конечно, достаточно дороговато так прям сразу закупить себе коллекцию. Но, в общем, мою идею вы поняли. Плюс мне нравится то, что так как Calvin Klein использует достаточно сочетаемые цвета, то есть вы всегда можете комбинировать, и всегда вы при этом будете выглядеть как, ну так, это, знаете, как говорит моя мама, не стыдно раздеться. Вот, классические хлопковые трусики, все как любит депутат Мизулина. В общем, мне кажется, самое то. Вот, соответственно, здесь еще в наборе черные и белые. И этот наборчик просто с такой черной. Так, а это я помню, у меня резко как-то закончились все носки, поэтому я тут ходила и мучила магазин H&M, пыталась купить что-то там. Вы знаете, носки такая тема, они вдруг как-то бах и резко заканчиваются. Я не знаю, как так получается, поэтому решила обновить. Как раз таки сегодня займусь тем, что выкину все старые и оставлю только новые. Я взяла себе одни от фирмы Nike, решила взять такие черно-розовенькие. Они достаточно теплые, то есть они прям такие утепленные носочки. Ой, вот эти штучки я не люблю, так нужно ее срезать, чтобы ничего не порвать. То есть они такие, знаете, хорошие, конкретно плотные носки. Высокие. Мне хотелось взять высокие. Я одно время постоянно носила вот эти вот, ну такие, коротусенькие. 38-42, натянутся они на меня. Носила такие короткие носочки, ну вы знаете, да? Но у них такое странное свойство, они очень быстро садятся, и они начинают как-то сползать с ноги. А так как, в общем, сейчас осень-зима, зима-осень-зима-весна, да, как правильно у нас времена-то вообще, годы идут, решила взять вот такие высокие. Так что я не знаю, как народ умудряется покупать по паре носочков, я всегда покупаю так, что прям... кучу всего и сразу, чтобы вот прям бам, старое все выкинуть, новое оставить. Ну, в принципе, вот, все, посылка закончилась. Вот, так что теперь у меня вот такие вот супер красивые наборчики есть. Прям хочется даже, знаете, сделать такую типично красивую фоточку в Инстаграм, похвалиться, пока все такое новенькое. Вот, девчонки, я думаю, на этом я влог закончу. Большое вам спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Очень вас люблю, целую, и, конечно же, до встречи на моем канале. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте на главной странице канала такой есть значок колокольчика, чтобы сразу же вы получали мои видео, которые выходят. Мне очень приятны ваши лайки, мне очень приятны ваши комментарии. Вообще, я вас очень люблю и надеюсь, что мои ролики доставляют вам удовольствие. Все, до встречи, пока-пока!